техника есть. Да, у них Хамвик есть. М2. И, по-моему, все. Че, у нас РПГ только такие, да? Одноразовые. Ну, да, одноразовые есть. Семерки есть еще. И две... Две техники у нас. В принципе, это нормально. Это ж где здесь засесть можно? Так, ну, снайперам я рекомендую куда-нибудь забираться на крышу. Естественно. Наверное. Нет, нет, только не на крышу. Вы собираетесь долго жить? В общем, группа, которая, наверное, появляется на метке РСЗУ, они должны, наверное, я думаю, устроить фланговую какую-то встречу тем, кто пойдут на ОТРК. То есть им как-то надо сместиться на восток своего респа, я думаю так, по крайней мере. И если эти пойдут вдоль дороги, то встречать их в бок. Метки поставь. И КВшки. И ТВ. КВшки-то я поставлю для своей группы, это не проблема, а для остальных вы сами поставите, видимо. Да, мы тут все одна группа. Мы тут все одногруппники. Мне почему-то Чарли, она группа, значит. У нас кто-нибудь там с чем-нибудь пулеметы есть какие-нибудь? ПКМ. И СВДшник только, да? Просто я думаю, у нас есть от метки ОТРК. Сейчас дам. Допустим, метка стройка. Вот стройка. Там тоже, в принципе, неплохое место. Ну, оно ожидаемое, естественно, там. Туда обычно РПГ летят и тому подобная хрень. Здрасте. Ну, оттуда, привет, оттуда хорошо бить по этим, по наступающим силам с юга. Это нуклеер был. Я опоздал. Все, в угол наказан. Можно минуту времени? Родители в кого? Да, минуту для чего? Чтоб я зашел, а то вы начинаете. Ладно. Еще ждать тебе надо. Ой, у меня арма вылетела, еще подождешь. Паша, я все пропустил, мы только вот РК обороняем или разделяем? Ну смотри, нет, группа, которая появляется на скадах, она обороняет скады. Группа, появляющаяся на градах, она будет принимать во фланг, она появляется от скадов на западе. Уходит эта группа на градах, смещается на восток к забору и принимает всех, кто прется синие вдоль дороги от южной части карты на север. Ну, пулеметами, автоматами обстреливаете, то есть они бегут по полю, можете их там смело накрывать. Единственное, что они могут объехать, могут с севера заехать к нам на ОТРК. А что у них за техника? Хамвик с М2 с этими щитками боковыми. Городская модель, короче. Ну и опять же, всем нам, кто на скадах появляется, не следует, я думаю, смещаться в сторону юга. Потому что к нам могут заехать прямо на
Када, где крестик, они там находятся. С севера заедут на хамиках, если будет жопа. Там надо что-нибудь есть. Это что? Коробка с гранатами какая-то. Не знаю. Техники просто кататься, да? Наши техники, ну, можете кататься, только учтите, у них там винтовки, по-моему, пробивают в беттер. Вообще классно. А чё пани беттер пробивает? Вот оно, техники. Или не пробивает, я уже не помню. Mm. Что-то там, короче... А, М113 пробивал в эту стрелку, башку отстреливаю. Ну да, да, над башней торчит. Ну. Вроде в броне, вроде нет. А там каска торчит. Вот этот. Ну, клир, ты зашел? Да. Загрузка. Паша, если залезть вот на небольшой вот заводик вот этот вот, и посмотреть оттуда, вот, откуда они поедут? Можно залезть, но я тебе не гарантирую, что тебя оттуда не спустят насильно. Зеленая стройка, это может туда сесть мне? Ну, это я просто дал метку, где находится стройка. Решайте сами. Полезет туда, учтите, что туда летит. РПГ летит, пулемет, пули от пулемета летят. Снайпер туда бьет всегда. То есть это вообще вот она стоит в пуле, ее все видят. Ничего не взял. И все хотят бить. Снайпер, говоришь. Кому гранаты не нужно, дайте мне гранаты. Кому гранаты не нужно, дайте мне. В ящик мет, кинь. Понакупают правда, там летают. Да. Ты это про студента сказал? Про права? Про 600 часов. Хорошо. Давайте разбирайте. Даже не знаю, какая есть позиция, может быть. У них фристайм есть, да? Mm-hmm. Неа. А у нас? А у нас нет. Мы же бароны. Я сесть не могу. Да? А у нас какой-то план есть или просто тупость от долга? У нас где-то через полминуты будет разблокирован техника. Ну, план был, я же сказал. План. Я думаю, что у нас вроде есть нормальная сессия. Я, по крайней мере, остаюсь рядом со скадами, буду в дырки смотреть, чтобы никто не зашел и не взорвал их. Вау, у нас ВД нормально зирует. А на пассажиров скад нельзя сесть? Нет. Работай на скадах. А че никто М113 не берет? Там был экипаж, он почему-то не мог сесть туда. Ну, теперь может. Можно я возьму 113. Все, поехал. Нет, это все видно. У меня с моей позиции отсюда все так хорошо видно. Всех ПЗ. Че? Назначь мне кого-то на стрелки. То я присаживаться не могу. Я пойду. Ну кли, давай. Чем? А где он же на юге, связи. На юге. С юга следует ожидать. Нуклеер на связи. Показалось. Вы там это, давайте уже. Во, уже что-то пошло, по-моему. На юге, да. На юге. Отдохни. Приляг. На бинокль сам трясется. Паша. Чего? Че ты хотел? Уже ничего. Окей. Пуск, по-моему. Да, мина. Там где сейчас взрыв был, там никого нет.
едешь? А, вижу, едет Хамик по центральной дороге с юга. С юга едет Хамик к нам. Понял. К нам. Так два, точно, второй, вижу. Второй пересек, Хамик. Пересек. Второй налево. Пересек на восток, ушел на восток. Пулеметом едет на нас по этим, по зданиям. Минометка. Че? Хаммер высадка, походу. Второй хаммер, да, второй хаммер. Кусок. А, можете дать ориентир какой-нибудь здание поверить? Завод. Шапурин, давай. Нефтеперегонный завод. Вижу слева завод, к нам мчится. Понял все. Я далеко. Танк, видишь, поехали. Остов танка, видишь, за, у, за остовом танка. Это вижу, единственное, вижу, что там можно. Завода. Далеко на. Трасс. Да, по трассе ориентируйтесь. Они, то есть, дальше ушли на холм, да, пусты. Да, пусты. Понял. Трасса куда странно. Да, вижу их. Вот еще поближе. Вижу оттуда. Вижу верхушку, но не могу стрелка подцепить. Спалил же меня кто-то, а? Да пошугай его. Автомат, пипку уже долбит, давай туда. Вижу второй. Отстройки, он на 150 за холмом. Походу едут, объезжают. Да, через восток. Но там пехота уже высадилась. А там светится иногда. Да, объезжают на хаммер. Да, объезжают, да, объезжают. Вижу. 120. Иду встречать их там. Нет, работали. Каштан, готовься, они скорее сейчас к тебе приедут. Еще на юге вижу, бегают. А, возле нефтезавода, да? Да. 120, прием. Поставьте на карту. Блять, хаммер едет. Прям слышно, да? Да почти с севера сейчас приедет. Двух ног заезжать будет, походу. Уехал возле складов, Ань. Возле складов? Он, блять, возле меня, там стрелка нет. Градов долбите, это свой на песке. Свой на песке был. Кто сейчас мимо забора бегает? Хаммер на сквозь прострел. Хаммер двигается, наверное. Блять, хаммер примерно где, насколько стоит? Гранату кинул. За этим, за завод. И прямо сразу вот за домом. Что там студент убил? Вынес, да. Что-то, по-моему, обратно летит. Нет, это я гранату кидал.
50 где-то холм. Еще минус успех. Я не знаю, по нему стрелял, вроде он умер или нет. По центральной дороге хамик катается. Кто уже возле груды здания лежит на центральной? Я с западной стороны. Там лишь мольба. Студенты надо, да? Еще раз повторите. По мне аж мольба вражеская. Короче, послушал их рацию, что-то молчат все. Взял трубу, могу выносить кого-то. У меня работа вражеский снайпер, а я не знаю где. По звуку сориентируйся. Не знаю. Метров 300 от меня где-то. Тогда я лучше не ориентируйся. Где-то в городе. Техника есть, где которую сжечь надо? В городе где-то хамик катается вражеский. По центральной почти дороге катается. Сейчас попробуешь. Да. ПЗ. Есть вероятность того, что снайпер сидит в вышке этой, там далеко на... На 180. На бочке? Нет, не на бочке, а на вышке такой этот. Хрен, опять же не видно. А надо дальше. Там каркарыш стреляет. Вижу вражеский хаммер, могу отработать с этого. Направление, направление. 202. Вижу, возле бочек бегает один пент, видите? А второй хаммер в городе наш? Нет. Разрешите уничтожить. Давай, давай. Вали, вали, вали. Тут у нас мы себя уже спалили. Я еще трубу там возьму. Так вот там, смотри, по там труб под прицелом. Сейчас центральную дорогу перебежал. На запад. Второй перебегает. Вижу. И третий перебежал. Как вытащить из его из машины, если он ранен? Сядь на его место, и он выпрыгнет сам. Из него выбежал. Возле хаммера ошиваются там куча. Был какой-то ПГ фугас. Насетели в хаммер. На пулемет. От хаммера на нас. Я поставил фанфол на сушке в окне в бункере в этом в амбаре металлическом щитовом и сломал этот амбар. Беттер, кто к тебе поднимается? Беттер, прием.
Где-то со 120 к тебе прям на холме поднимается кто-то. Прием, бетер, с нами-то? На канале есть кто живой? Есть. Что нас заслили? Бетер, ты прием. Ты меня слышишь? Вообще БТР свой, я что-то не могу понять. По хайру смоляет вражеского, значит. Направо перебежал дорогу. Там, короче, под ним ходят. Примерно на 120. Под ним шарится кто-то. Запад на восток через дорогу двое перебежали. На позиции каштан. Вижу на крыше еще. Лечу, он ранен. Слышишь, на твоих позициях сейчас двое будут. Иванчик. По центральной дороге кто-то бежит. Снайпер. Вали. Из выдачи. Мы пулю эти кирпичи взяли. Кто сел хамик? Хамик, кто у нас сел? Свои студенты. Куда подогнать? Ну, может, на центральную улицу рядом со скадами поставить и палить по центральной улице. Сейчас видели, откуда снайпер бил? Ну, я знаю. Там хамяки кто сейчас приехал, аккуратнее снайпер ставь. На Аркадии уже может это палить. А бетер свой, не свой? Да, бетер свой. Он взорвал это, отработал по нашему хаммеру. Это я понял. А что у нас есть не выходит? Кто там сидит? А Energy. И этот, по-моему. Energy. Кто еще там был, господи? Да нет, был только Energy. Скады скоро будут. Главное, что он по скаду отработал. Прайс даже не помню. Прайс открыл. Как-то умудрились уничтожить этот хавик.
Да. Или это наши? Энерджи свой же, свой уничтожил. А, поехавший. Вопрос в другом, почему у него на связи они у него ходят? Предлагаю забанить. Да, сейчас это послушаем. А я сейчас живу? Да, нет. Я так понял, он продолжает работать по своему. Кто? Энерджи. Зрада. А по кому, да. По кому он еще отработал? Вот туда давит. Студента давит. Каштана убил, я так понял, да? А, нет. Каштан жив, каштан спрятаться успел. Угу. Может, у него просто рации нету нашей обычной? Должна быть. Должна быть. Должна быть. Он здесь сидит в канале. Нет, он еще мертв. Не мертв. У ворона ствол очень хорошо стоит так под подоконником. Подожди, сейчас я буду. Ой, на. О, Энерджи убили с РПГ, нет? Нет, не долетело. Блин. Он залетело? Он своих ебашит. Вначале своих, сейчас своих, не знаю. Двоих, что ли? Троих. Да. Так пора его забанить, наверное. Что-то он неадекватный какой-то. Ну или по-моему. Мы сейчас спрошу у него, почему в рацию не используют. Прикинь, если даже микрофона нет, то вот это будет... Чего, Лёша? Да вроде была. Нет, у него есть микрофон, мы на прошлой неделе летали с ним на... там, ЮАшке. Но почему на рации-то нету? Не умеет частоту вставлять? А что, там двоих же не было? Рация для слабаков. А до него долетело муха, нет? Немножко не хватило. Там буквально 3 метра. Может, он думает, что уже приперлись туда, на территорию враги. Да, понятно, что он думает. Нет, это я понимаю, что он думает. Ну вот на рацию надо выходить на частоту, что-то написать. Если она не видит, ну... Или не захотел, это уже больше. Что-то синие в городе жмутся. Да они там всю игру жмутся. На этой точке. Зажали их, чё. Дальше-то они уже не могут, там поле. Объехали бы они сразу с направления какого-нибудь, и все. Так мы ж выбили им хаммер, который у них был. Да они по центральной улице, во-первых, на двух хаммерках. Мы один хаммер, ну, четко приняли. Да, забрали. А на дороге никого не выстегнуло. Блин, этот хаммер меня на простая убил, зараза. Через забор. А там кто-то дорогу перебегал с востока на запад. Я его немножко пощеголял, не знаю, попал, нет. Да мы что ли выбросили? А кто на втором хаммере сидел? Я хоть попал у вас, а то мне кажется, я вообще не туда стрелял. Сиви как умер уже. О, снайпер. Военный, ну, видать. Спорит. Тейл? А, бэтр. Изменщик Родины. Сейчас скат выбивать поедет. Да. А военный говорил, что типа захватили бэтр, я по нему и муха и дал. Ну, судя по тому, как он работал, да, то да. Его фразу захватили. Я бы тоже так сказал. О, да. Да,
Energy, какого хрена? Ты что, дурак, что ли? Ворон за всех там стел. Energy, ты здесь? Он, наверное, по-моему, без мет... О-о-о. Думаешь, что ли кинул, бля? Не, он, наверное, внутри как-то. Да он что-то говорит там. Или мне кажется. Откуда на бэтле думаешь? Ты в адеквате вообще, нет? Ну, только что, никто не сказал, ничего не говорил. Ты почему взорвал наш хаммер? Убил нашего. О, это не в этом, вопрос не в этом состоит. Почему на рации не было тебя? Частота была написана. Не-не-не-не-не, была частота. Неоднократно запрос делал, и ответа не было никакого. Про М113 я ничего не скажу. Ты свой. Пробочка. Ничего не смущает? Нет. Паш. Честно. Зато Паш. Честно. Скринбан. Да. Ты знаешь, что сделать. Это ненормально. Да. Завалить четверых. Полетел. Ушла. Оп-оп-оп, арк, каштан, каштан. Эх, каштан не дошел. О, корабль, я все-таки попал. Победа! Мы выиграли! Я убил Авэй Кронос. Я Прайса убил еще кого-то. Да, Кроноса убить, конечно, это надо еще постараться. Я весь хаммер убил, который приехал за стену к нам.